Ребята, всем привет и добро пожаловать на канал Old School Games. Сегодня мы продолжим с Джейсоном играть в игру. Джейсон, поздоровайся. Всем привет, это Джейсон. Вот, сейчас мы будем к нему подключаться. Да, мы будем сейчас играть. Так, все, запись у нас идет. Да, у нас такая коллаба будет, типа, от первого лица Кенни и меня. То есть, так, а как, подожди, я... Так, давайте, мы начинаем, а пароля нету. Что тут у нас, пусть Европа будет. Создаю матч. Давай, пробуй. Давай, я пригласить тебя нажимаю, а вот что дальше, я не знаю. А, все, мне не надо, вот, подключиться. Ты что-то там я делал. Я сам, да. Все, я подключаюсь. Все, здорово. Все, красавчик. Да, привет. А где ты? Ну вот я, в лобби, в комнате. Нет, мне показалось, что ты стоишь сзади. Нет. Посмотри направо, тут какая-то девушка, полька, на постере. Видишь постер? Миссис справа на дверь. Сенгтри. Вальс, полька, колоб, марч. Что это? Ну, да, народ, напишите в комментах, что это. Так, уровень легкий. Не, подожди, мы в прошлый раз играли на среднем. Да. Не знаю, средний, наверное. А на каком уровне мы? Мы тренерный парк, да? Да. Давай, тренерный парк я включу. Смысл в чем? Кто не смотрел предыдущее видео, обязательно посмотрите. Но кто не смотрел это... Что мы делали там? Мы начали с какого-то уровня и пошли типа по компании, да, по-моему, да, миссия за миссией по компании, записали, по-моему, два видео. Ну, я запускаю, короче, да? Да. Кенни? Да. Да, здесь. Да, мы сегодня без своего формата наших тел, мы посчитали, что смысла нету. Так. У нас грузится все. Ну, я слышал, что... О, здорово. О, где ты? Ой, я блин, тут... ёбать, ты видел, как ты выглядишь? Ну, там чертик, типа. Да, я что-то, по-моему, я... Я в порядке. У меня сейчас, кстати, я пишу этот... А у меня только одна пушка. Ну, почему-то, типа, нету в карманах еще других пушек. Да и слава богу. Ну ладно. Да сейчас найдем что-нибудь. А, у меня же был пистолет с этим, с фонариком, а его теперь нет. Ну ладно. Не, мы ж... А он не сохраняет. То есть мы когда тогда вышли, и все, и не сохранило это нифига. А, подожди, мы же были на улице. Да, пойдем. Мы были на улице. А куда мы? Это уже другой уровень. Подожди. Ой. Мы не туда куда-то зашли, да? Не, ну, все ладно. Нормально. Ты думаешь, я буду стрелять? А, но у нас же нет friendly fire. А, вот. Что я делаю? За ручку. Вот, подожди, это то? Я думаю, ну, не, это другой левел, это другой уровень. Просто я решил, чтобы нам заново не... А ты где? Сзади. Я не знаю, куда идти, пойдем. Ты жестко так дергаешься. Да ты тоже так. Да? Но у нас большой пинг, ай! Потому что мы далеко. Я думал, она далеко. Казалось, нет, ты прям нет. К ней вплотную подошел. Баскетболист вообще конкретный. Оставьте меня в покое. Я сказал, оставьте меня в покое. Оставим тебя в покое. Ты кричишь, что ли? Да. О, леди, привет. Ой. Как дела? Так, это... Тут какие-то патроны. Ну, какая-то нервная. У меня дробовик есть. И нет? Еще
Пистолет 30 патронов, дробовик 10. Давай по одному. Ты дробовик взял? У меня дробовик. Дробовик. Я не помню, я в руку брал, но я, возможно, не 13, да. Ой, а у меня всего 30 патронов на пистолет. На. У тебя сколько? У меня 42. Окей. Блин, такая пальма. Смотри, сфоткай меня с пальмой. Это не пальма, это кактус, я знаю. Щелк. Щелк. Запечатлей меня. Это знаешь, это... О, блин, это же Гранд Каньон. Подожди, ну куда ты побежал? Давай посмотрим. Контрольная точка, да. А, все? Серьезно? Да. Ну, кстати, я... Да, красиво. Я не думал... Аризона, Саншайне. Слушай, эта леди вроде живая, а нет. Показалось. Теперь точно нет. Ой, это в шлеме. А, нет, ты хорошо ее шлепнул. А ты видишь, что у меня в руке? Кто? Револьвер. О. Глянь-ка. Зря патрон потратил. Подожди. Не-не-не, я обычный пистолет взял. Полные всех этих вонючих уродов. Эй, подожди! Ты куда пошел? А! Ну давай. А тут есть пивко. Я пока. Пивко? О! Тут есть шляпа. Я сейчас упаду. Ой. Блин, а я что-то прицелиться. А, ему ее можно поднять навыше. Если они пойдут, прикрой. Угу. Чего? Он сказал, я так себе. Да, что-то такое. Да, народ, мы сделали немножко потише звуки, потому что очень сильно перебивает наши голоса. И, по-моему, перестарались, потише сделали. Я, кстати, не знаю, Кенни, у тебя пишется, по-моему, другой, по-другому. Ну, да, наверное. Будешь стрелять? А где ты? Так, все, ты уже пострелял. А, ну вон, добей там. Ну, ладно, давай. Кого? Давай, добей. Так. А, вон, возле мусорного бака. Подожди. А, я так вижу, а в прицеле не вижу нифига. А, вот. Да пока я тоже. Пока я целился, уже ушла. Смотри. Ладно. Мне так лучше идет. Да. Я хотел тебе, кстати, надеть, но пока у тебя на лице маска, я не могу ее снять. Давай, я... Давай ты этот... Не получается. Нет. На. Жалко, нельзя. Ну, так лучше. Потому что маска реально пугает. Ну, в смысле, от неожиданности. Я понял. Так-то я хоть знаю, что ты не зомби. А в маске что, так. Не похож? Ладно. Ладно, погнали уже. Чё... Да я наслаждаюсь видом. Пойдем. По-моему, в прошлый раз мы так не дергались. Ну, ходили странно. Чуть-чуть. Да, ну да. Ладно. А, подожди, может в машине что-то есть? Или ладно, пока что надо зачистить. Тетя убежала. Слева. Слева. Чё? А. Вон чувак. Мужик, я косой, попасть не могу. Бывает. А он просто там завис, хрен с ним. Так, что у нас здесь? У нас здесь один, ой. Один. Так, тут и тебе вот. Нет. Ой. Что, что? Здесь в ящике возьми это. По мусоркам нельзя шариться. Я был в бомж-симуляторе, там так вот можно было открывать. Алло. Я привык по бумагам шариться. А тут нельзя. Возьми этот... Не, в ящике. Ой, куда ты пришел? Кстати, уже лучше. Возьми в ящике. В ящике патроны возьми. Угу.
Ага. Типа ты не пройдешь сюда, да? Окей. Я уже, да, тут по машине лазю. Блин, жалко, что это же Линкольн. Или Бьюик, или... Хрен знает, что это. Шевроле вроде. Так. Вот, вот. А, чё? Опа. Еще опа. На лестницу. А тут... А, просто подойти надо. О, иди сюда. Иди сюда. Ты видишь этот... Видишь разрыв в текстурах? Да? Ну... Да. Нормально. Чего хотели за 6 баксов, да? И главное это, смотри, колышек куда прям в воздух вбит. Ну, что ж поделать. Че, включить радио? Ну, включай, да. Так, а тут чего? Тут есть... Патроны. У меня 54 патрона на пистолет. У тебя сколько? У меня на пистолете 42. А ну вот, возьми. Стоп, что? Снова? Снова? На. Чё-то я не понял, что там говорят. Я пройти не могу. В смысле? Вот. Я прошел. Пускайся. Не, меня радио не пускает. А, вот. Откуда они ведут передачи? То есть, пока она не договорила, я не мог пройти. Эй, вы, Фредди, отправляюсь в чудесную солнечную штат Аризона. Штат Аризона! Ублюдский штат. Ёлки-палки, это здорово. Это здорово. Долбанный завод. Да не бойся их. Они добрые, кстати. Ты хочешь посмотреть? Посмотреть, как ты ходишь? Да, как? Ну давай. Ой. Ты ходишь вот так. Вот вам, братаны. Нормально. Что тут случилось? Пытаешься кое-что взорвать, да? Тут патроны. Бери сколько тебе надо. Так, у меня 78 на пистолет. Ну и на УЗИ я возьму. Ты возьмешь две, нет? Да, я парочку на пистолет возьму. Бери. Это что за Леди Гага? Смотри, какая она, что такое? А смотри, что тут интересное есть. Мог бы не стрелять. Подожди. Я ей руки отрубил, мне интересно. Смотри, какая она прикольная. Это она? Ой, она кусается. Ой, блядь, она кусается. Ну ты думал. А, и там еще справа бегут. Я вижу, возьми патроны и давай взорвем это место. Убей. Возьми патроны, иди, чё ты... Да иду. Где? Вон там. Где? Все, давай, взрывай. Всё, погнали. Я буду записывать. Кабум? Подожди, стой. Чё? Стой. Не взрывай. Чтобы взорвать... Нам нужно принести динамит. Взрывай. Понял. Попробуй. Щелкни. А кто это? Бум-бум. Ты нормально? Ладно. Да там кто-то обронил патроны, я забрал. Это я обронил. Ты если не заметил, что я хожу только... Ты куда пошел? Сюда. Динамитом? Тут нет прохода. 100% я найду пропавшую взрывчатку. Так, в дома нельзя заходить. Что тут есть? Да, там был один рожок для пистолетов. Эй, я еще вернусь, пацаны. Вот сюда, вот так я зайду сейчас сюда. Здрасте. Мордасте. Я один нашел. Ой. Ты чё? Она кусается, смотри. Ну, выползает. Я за заборчик встал, но... Эти медленные. А, кстати... Так.
Я тебя понял, беру. Да не, сзади. Просто что-то... Да, сзади окей. Что-то я вообще не понял. Так, что тут? А, это... Так, брать, да? А, это только хвост может брать, да. А я взял, да. Сейчас, подожди, этого чудика убью. Да, это Шевроле. Не слишком же покоцанные, ребята. Не слишком покоцанные. Так. Вот сюда можно зайти. О, а сюда тоже, да. Я в доме. Это я про... есть бенз. Пистолет. Обычный или... Нет, какой-то другой пистолет. Тебе нужен? Не. Ну, а у тебя что, есть что-то другое? Ну, у меня этот... У меня револьвер. Так, я возьму под... Блин. А, мы же знаем. Я возьму. Кстати, можно дверь закрыть? Я дверь закрыл. Угу, так. Ну тут все, больше нечего лутать. Так что открывай обратно. Я уже понял. Так, ну у меня вопрос в другом. А что, только один динамит, да, ты нашел? Я один пока динамит нашел. Ой. Я надеюсь, он не жив. Да вроде нет. Что там происходит? Патроны тебе нужны на пистолет? У меня 72 у меня. А, да? Тогда я возьму. Так. А ты типа взял в карман положил типа динамит? Не, я просто его взял и он это... Подожди, он что, на тебе? Где ты? А ты где? Я вот здесь, сзади тебя. А, лопата? Будет лето, поеду на дачу. В руки лопата. Не, она не даром она здесь. Значит, надо где-то покопать. Может быть. Так. По-моему, ну просто так. Может быть. Так. Честно говоря, вон туда за заборчик можно. Нет, там уже небезопасно. Смотри, я тебя. Я сейчас это пойду туда. В дом. Я был не совсем. Блядь. Чувак, я, по-моему. У меня что-то штаны помокрели. Нет, просто помокрели. Блин, закрывай дверь нафиг. Да, я закрыл. Какой-то кровавый зомби бежит, и он так бегает. Так, я, блин, прицельно бью. Я в каске. Ладно. Хеллбой. Так. А там вдалеке, да, в принципе, чем мы тут заныкались-то, мы их так и так порвем. На меня смотри. Прикольно. Покажи, а. Блин, сзади. Закрой дверь нафиг. На, одень. Так, сейчас. А где моя шляпа? Я же снял шляпу, нет? Нет, а, вот снял, да. Оу. Нормалек. Нормально? Ну да. Ну, шляпа лучше. Давай тогда ставим. Мы old school games. Мы привыкли к более классическим этим. Так, подожди. Шляпе, да? Да, в шляпе. Тут у нас проблема возникла. Доставай этот. Бррр. УЗИ. А я не знаю, достал? Сколько там патронов. Хорошо, давай тогда отстреляйся. Отстреливай там. А все, я вроде зарядил. А, там? Да, готов. Ух ты. А, подожди, можно же... Нет, нельзя. Или можно? Можно. Давай вот этих отстреляем. Я еще слеповатый, блин. Хоть и в очках. Короче, дверь... Не открывай пока. Ух.
А что, нормально? У меня патроны кончились? У меня вон еще лежит у тебя внизу. Патроны. Валяются вон. Подними. А, ну это отстрелянные. Я ничего не вижу уже. Да? Давай я дверь открываю. Угу. И она закрывается. Нет, я не испугался. Угу. Так. Так. Хочешь проверить там? Я проверю здесь. Угу. Вижу отвертку. Тут есть не УЗИ. Ну, короче, скорострельная пушка. Надо? Блин, тут хорошее место для отдыха. Скорострельная. Не, если хочешь, возьми себе. Поменяй место УЗИ. Ага. Мне говорят, что надо... Чтобы выжить, держаться ближе друг к другу. Я знаю. Я уже бегу к тебе. Значит, мы не выжим. Где ты, в том доме? Я в том доме. А чё, я на заднем дворе. И чё тут? Бензин. О, в машине патроны я вижу. Ну возьми, у меня 32 и каких-то 100. Тут... Подожди, а мы прыгать умеем? Нет, не умеем. Нет. Ну ладно. Размечтался. Ну тогда вон надо до машины дойти. Пусто. Ай, бля. О, патрон. Я патроны нашел. Ты нашел там патроны? А я стенку нашел. Это патроны на дробовик. У меня 16. А, дробовика-то у меня нет ни хера. У тебя есть дробовик? Нету, но он, думаю, будет когда-нибудь. Я возьму дробовик. Ладно, я уже... Возьми патрон здесь. Еще. Угу. Там. Угу. Так, мне надо горло промочить. Знать бы, где это промочить. Угу. Что, меня бьют? Нет. Это я вот тут был молодой человек. Я ему сказал, чтобы он отдохнул. Так, я иду за тобой. Угу. Тут патроны на... Смотри. Клондайк, посмотри, что нашел. Что ты нашел? Иди покушай. А, это да. Ай, блядь. Здесь стена. Ты стена. А, вот, нашел, слышь. Все, взял. Надо еще одну найти. Заряд, еще один. Угу. Блин, классный трейлер. Я бы жил в нем. Ну да, тихие соседи, в принципе. Ну и рожа. Зря мы ту красную выкинули. Угу. Я Джейсон, поэтому я должен выглядеть так. Ты прикольно передвигаешься. Да. Покушал? Восстановил здоровье? Да. У меня 100 вообще. Тоже. Ну, пойдем дальше. Блин, я застрял. Так. Че? Провести в игре 2 часа. Чарли Хорс. Зашибись. Иди сюда. Да. Чего? Каким-то макаром голая женщина и... Да. Откуда они взялись? Так, а нам еще один где-то надо найти? Да, еще один. Ну чё? А это чё ты дёргаешься? Я Рэмбо. Это, кстати, черная девка, блин. Разве? Нет, она белая. Не, она черная. Она Альбинов? Просто побелела. А, побледнела. Нет, иди сюда. Ой, сзади. Блин, ты меня кровью забрызгал. Оп.
кинь, блядь, патроны закончились. Совсем кончились? Нет. Или они у тебя в животе есть? В животе. Так, про стенку объясни, когда ты сказал, ой, стенка. А, ну стенка. Народ смотрит. В реальном мире стенка. Ты кого там мочишь? Да, уже никого. Ты там заряд не видишь? А, да, мы же здесь были. Не, подожди. А что тогда не так? Да надо, по идее, вернуться назад, может, где-то сзади. Может, здесь? А, мы здесь были. Вот тут мы не были. А, тут кастрюля. А где ты? Нет, тут кастрюля. Да тут ничего нет. Я, в принципе, во. Вот, я ты вот тут. Ты смотри еще, я... Нормально сижу? Нормально. Руки немножко пониже сделай. Да, а повыше. Вперед вот так вытяни. А теперь расслабленно вот так сделай. Еще ниже. Вот. Я устал сидеть так. Ну выйди, 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 посмотри, как ты сидишь. Так. А, ну чуть-чуть назад дай. Вот, ну, в принципе, жопу это чуть-чуть хорошо. Подними. Ага. Ну, это ладно, ты зашел внутрь, да, уже. Это хорошо, что мы не поставили эту камеру снимать наши тела. Да. Зырь. Что? Ты куда пошел? Вот это дверь. Взять можно? Да. Открывай. Че у вас? Так. Блин, тут вообще нет текстуры. Вон они идут там. Подожди, сейчас а в этом доме через... мы были? Да. Точно? Не уверен. Вот аптечка, ну, нужна. Тут вообще есть для дробовика и для пистолета. Ну, я уже брал для дробовика, возьми ты дробовика. У меня на дробовик 22. У меня 16. А, ну возьми. А на пистолет сколько? А, ладно, неважно. Бери это тоже. Я неконтрольно взял. Так, ну я не вижу зарядов больше здесь. Больше говорю зарядов. Короче, эта кастрюля пролетает сквозь... любой объект. Окей. Так. Поэтому я думаю, что... Знаешь, что мне напомнило сейчас эта игра? Чё? Как же это называлась игра? Серьезный Макс? А, Serious Sam? Я, да. Да, по-английски начал говорить. Так. Мы где-то что-то упустили явно. По-любому. Но они идут спокойно так. Но я думаю, что они будут идти. Это просто орда идет куда-то. Но я одного завалил. Пойдем подойдем сюда. Мне просто жутко интересно. Так, два поставил заряда. Остался один. Угу. Но тут уже толпа зомби. Но они потом будут рады. Так, надо искать, где мы еще пропустили. Туалеты. Хочешь в туалет? Туалеты? Вот, видишь, есть табличка. Туда, вот направо туалета. Где-то. Везде, я думаю. Не, я не думаю, что нам туда надо идти. Но слушай, пойдем еще раз обойдем. Так, у тебя на УЗИ есть патроны? Да, 93. А, тогда я беру. А на пистолет сколько? На пистолет 34. А, возьми, тут два рожка есть. Какая маска прикольная. Угу. Я, кажется, догадываюсь. А, нет.
Блин, фейк. Такси? Блин. Фейк такси, да. Подожди, мы туда проходили, да пойдем еще раз посмотрим, потому что я что-то не понял, где еще один заряд. Так, здесь мячик. Здесь открывается? Нет. Ты уже вышел? А. Да. Может, фургончик, я не знаю. Это ты выстрелил или я? Я не стрелял. Кто стрелял? Кто шумит тут? Так, бензин, радио. Если честно, почему-то меня подукачивает немножко движение. Ну, в смысле, я шатаюсь. Так ты видел, как ты ходишь? А, я, может, блин, шлем передавил. Сейчас я поправлю. Так, ну, маска здесь. Сортир. О, я могу Иди сюда, в последнее здание. Какое? Где... Вот это? Нет? Нет. Сюда, назад. Назад, смотри. Назад. Куда назад? Ну, зад, где у тебя? Ну, я уже... А, вот, все вижу. Иди сюда, мимо кровати проходи. Видишь, какие у меня глаза. Смотри. Ну, я понял. Мне очень страшно. Не знаю, я не вижу что-то нигде. Кстати, в конвержнсе пить можно. Ой. А ну-ка. Почему я не могу взять? Кинь любой объект в стенку. Охренеть. Ну, прикольно. Может сработать. Сомневаюсь, конечно. Да, видишь? Да, рассыпается стенка. То есть они уже давно стоят. И все же. Да, все же вернем. Мы что упустили? Где заряд последний? Нам третий заряд нужен. Может, на крышу мы где-то пропустили вход? Хотя, что бы ему делать на крыше? Знаешь, мы спустились вот с того здания, да, наверху, а в него не заходили. Так там туда нельзя было зайти. И нам сказали, Точно? Что вот заряд, нужно три заряда, и вот локация, ищите заряды. Ну что они сказали, идите еще и назад сходите. Не может такого быть. Ну, в последнее время разработчики такие. Блядь, охренеть. Вот тут в стенку. Кинь в стенку, на. Смотри сюда. На эту стенку смотри. Смотри. А, нет, не работает. Да, мощный баскетболист. Вот, смотри. Да, вот, ну, видишь? Ну, вон он, спас. Это да. О. Будь аккурат. Колбаса. Чё, шёл? Колбаса. А, или нет? Это я слепой. Это не колбаса. Я в очках играю. Я очки на очки одеваю. У меня есть этот... Есть экстеншн, или как... Да, я понял. Очки, этот, линзы для VR. Короче, я что-то не найду.
Но он по априори все лежали в доме, да? Короче, мы уже по несколько раз прошлись. Мы же до конца дошли. Где оно, может быть? Где спрятали заряд третий? Может, ну, наверх... погоди, может наверх мы куда-то не смотрим? Выжить ближе держись. А, я уйти не могу. А где ты? А я на старт, ну, здесь, из заряда. Может, где-то на бочке лежит, понимаешь? Где-то на видном месте лежит. А, подожди, а залазить мы не можем? А, по идее... Нет. Это не Бонилап. Не Бонилап. Так. Короче, пушки. А. Пойдем наверх, сходим еще раз, посмотрим. Убедимся, что там ни хрена. Подожди, а тут тупик, там ничего нету, да? О, смотри, что делают. Молодые люди, вы заряд не видели? Куда вы идете? Смотри, какой он извращенец, блин. Они умерли, а он уже... А он все равно тянется рукой. Ну, смотри, что это такое? Че, вот это? Не, вот, мужик тянется, бабе, вон, смотри, за ляжку. А, ну... Не, нормально, умерли. Ну-ка. Так. Слушай, а может где-нибудь здесь, блин, за... Нет? Я нажал на спуск и жду, когда рванет. И ты туда побежал. Кабум? Не кабум. Блин, я что-то... Мы замесали. Мы даже две головы не могут сообразить, где может быть. Даже логика вообще не прокатывает. Я бегу за тобой. А я думаю, может, сверху что-то увижу. Ну, тоже хорошая идея. Ты посмотри, а я здесь пошарюсь. Блин, Дрочеслав богато. В Доту 2 играет. Знаешь? Подожди, можно зайти, нет? Я попробовал, ни хрена. А ну-ка, подожди, наверх. Может, где-то здесь заряд лежал? Ну, блин, мне кажется, здесь вряд ли вообще. Но где? Не, просто я... А, здесь не зайти в здание. Ой. А, слушай, я тут сейчас обнаружил. Джойстиком на себя правым дергаешь, и ты на 180 разворачиваешься. А, классно, конечно. Но неудобно. Ну-ка, посмотри на меня, как я развернусь. Давай. Вот так. Спиной стоим? Внезапно. Да. А ты сделай. Ну-ка еще раз. Еще. Посмотри теперь на мои ноги. Ну да, они не успевают. Ладно, мы это. Так, бочки. Пусто. Дрочеслав богато играет в Доту 2. Ну, Steam мне. Кто это такой? Не знаю. Кстати. Я тебе так скажу, у меня друзья не добавлялись в Стиме, это кто-то из наших. Пойдем, алло, что ты там Да стоишь? Они, наверное, переименовались просто. Ну, кто-то переименовался, да. Но кто-то, видимо, уже... Не знаю. Передал кому-то. Детям... Да, детям отдал. Ну-ка, а здесь нет, точно нет нифига? Там я смотрел, не нашел. Может, мы тачку какую-то не открыли или что? Вроде бы все открыли. Так, ты по какой стороне пошел? По левой, да? Я давай по правой стороне. Угу. Так, здесь я все осмотрел.
Здесь наверху, ничего нет. Наверху там может быть что-то. Не знаю. Так. Так. Эта машина не открывается. В нее смотришь, темнота. Два контейнера с мусором. Может здесь? Сумки что-нибудь нет. Так, патроны взять. Мы взяли. Так, уже. Да, вижу, вижу, иду. И что, она далеко? Иду к тебе. А, тут короче. А, подожди, а вот здесь. Нет. Ой. Подожди. Я что хотел сказать? Хорошо, что мы без камер, без тел наших. Ты это слева здание посмотрел? А, подожди. Кажется, я нашел. Слева, да. Что ты нашел? Здание, в котором мы не были. Где ты? Естественно! Естественно! Здесь? А как мы так прошли мимо? Не знаю. Вот оно, блин, лежит. И патроны еще. На, возьми один патрон себе. Пополам будем делить. Да. Угу. Понял, да? Все, погнали туда. Угу. Блин. Вдвоем не увидели здание целое. Я попасть не могу. Ты где, что ты там стоишь? Тут, вот тут пройти можно. А. Там много зомби. Я надеюсь, они умрут. Вот ты славненько. Все готовы? Давай. Подожди, кабум? Я тоже хочу посмотреть. Давай. Кабум. Давай. Бах. Трах-бах-бах. Бить вас зомби гранатами. Но это еще не все. Бабахом. Помнишь бабаха? Да. Не могу сказать, что я в восторге, но должен признать, вы братцы. Так, у меня патроны. Человек. А, ты молодец. Пойдем, пойдем. Фига ты стрелок. Угу. 29-36. Я иду. Я хотел бы остановиться на минутку, чтобы сказать спасибо всем, кто сделал это возможным. Что ж, братцы, было здорово, но мне пора. У меня задание. Респект. Ты куда? Там зачем держишься, что ли? Нет, я руку так послал. Ладно, держусь. Так, нам пора куда-то сюда. Без названия. Кукуруза. Тебя тоже выскочила, да? Да, просто какой-то... кукуруза. Да. Фига тебя переколбасило. Ой! Это я увидел. Нифига тебе. Ты тоже стоишь вот так как-то. Ладно. Что, пойдем? Мы прошли уровень, ты, может быть... Где это находится? А, да, точно. Давай разделим, наверное, наши видосы. А что, народ, в следующий мы сразу же включаемся, да? Правильно я говорю? Да. Да, давайте отдельная разделим серия. Наши видосы, да, отдельная серия, так что продолжим уже в следующем выпуске, тоже говорит, в принципе. Да, ребята, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.
Подписывайтесь на канал. Вот, да, да, поддержите нас, кстати, не это, не тупите, поддержите. А кто досмотрел, кстати, до конца, тот красавчик, в комментах плюсик. А кто не досмотрел, не узнает, что он красавчик, правильно? Все, всем пока. Да, всем пока. Что, сделаем перерыв в 5 минут?